девочки, зрители любого возраста, добро пожаловать в мир детства, красок и радости, в мир, где нет ничего невозможного, где сбываются любые мечты и желания. Мы рады приветствовать вас на одном из самых зрелищных мероприятий города Алапаевска, конкурс-фестиваль «Уральские звездочки 2015». Чтобы всем сегодня непременно повезло, на сцене с напутственным словом всех участников и зрителей нашего фестиваля приветствует миссис Алапаевск 2015 Юлия Низяева. Встречаем! Дорогие друзья, я очень рада присутствовать на таком замечательном мероприятии «Уральские звездочки». И хочется сказать, что для вас, милые участники, это огромная возможность выразить себя и показать свои таланты. Поэтому хочется сказать, чтобы ни страх, ни волнение, ничего не помешало вам сегодня идти к победе. Я желаю огромной удачи всем участникам. И помните, что вы не просто звездочки, вы настоящие звезды. Спасибо. Конкурс-фестиваль «Уральские звездочки 2015» объявлен открытым. И мы начинаем!
спасибо. Вот наши победители, друзья. Поприветствуем их. Дорогие друзья, несмотря на то, что наш фестиваль подошел к концу, мы не будем говорить прощальных слов. Потому что считать, что все закончилось, неправильно. Все только начинается. Пусть вдохновение не покидает вас. Побольше вам креативных идей и невероятных свершений. До встречи на фестивале «Уральские звездочки-2016».